Лежу я в поезде на второй полке и не подозреваю, что в степях есть тень от солнца. В мечети можно поесть и переночевать. У чабанов самые вкусные макароны и чай. А в дождь на Устюрте бывает очень грустно. Сейчас все мои мысли только об одном месте. Устюрт на поиски Божжира.